Как реализовать свой первый бизнес-проект и нужно ли ждать совершеннолетия, чтобы открыть собственное дело? За ответами на эти и многие другие вопросы химкинские старшеклассники пришли на встречу с предпринимателями. Сама идея в том, чтобы человек набрался мудрости, смелости и пришел с этой идеей, которую мы все вместе и будем реализовывать. О секретах бизнеса школьникам рассказал руководитель информационно-правового отдела муниципально-казенного учреждения «Малый бизнес Химки» и предприниматель, который управляет студией красоты. Встреча прошла в рамках проекта «Мотиватор Тин», организатором которого выступает химкинское отделение организации «Союз женщин России». Я думаю, что такой опыт очень поможет ребятам, если они в будущем захотят тоже открыть свой бизнес, не допустить каких-то ошибок. Это вообще очень важно, чтобы у начинающих предпринимателей были наставники, были свои мотиваторы, которые смогут их вдохновить и чему-то научить. Добавим, что проект реализуют при поддержке администрации Химок, централизованной библиотечной системы, общественников, деятелей культуры и предпринимателей округа. Задача проекта – дать учащимся знания, которые позволят школьникам в дальнейшем успешно реализовать свои идеи. Александр Сергеев, Вильфрид Дымковский, новости Химки ТВ.